вот возможности у человека защитить свои права? Если его бьют, издеваются над ним систематически администрация, он может как защитить себя? Написать жалобу неэффективно. Нет, если нет. Так, как было у вас там гудсменом, что приехали и стали... Самый эффективный способ – это способ суицида. Вот так люди себя защищают, это да? Это единственный способ. Не так. Это вы понимаете, что выход есть один. Это немедленно нанести себе телесный удар. Почему? Потому что тебя, как правило, будут бить без побоев. Вы понимаете, в чем дело? Если к тебе профессионально, но эти без побоев, пытки, они намного болезненнее, нежели с побоями. Я вам скажу, что ударить, это еще ничего страшного. А когда на тебе побои, у меня вот лично было, вот, но я не хочу, сейчас пройдет оно. Да, спасибо. У меня лично было... Это уже много раз, да?